Накануне вечером 31 октября в одном из жилых дворов Ангарска неизвестные напали на заместителя председателя Думы Ангарского городского округа Александра Куранова. По его словам, нападавших было двое, при себе они имели биты. Факт происшествия в разговоре с нашими корреспондентами подтвердил сам депутат. Вчера, подъехав к дому, я, разговаривая по телефону, подошел к подъезду. Заходя в подъезд, я получил удар сзади по голове, а потом удары посыпались дальше. В разговоре Александр Куранов отметил, что последствия инцидента могли быть гораздо серьезнее, но, к счастью, нападавших спугнули прохожие. Также известно, что депутату понадобилась медицинская помощь, однако серьезных травм нет. В настоящее время в случившемся разбираются правоохранительные органы.